июньские события на проспекте Баграмяна в Ереване стали кульминацией протестного движения против подорожания электроэнергии в Армении. Российские СМИ окрестили эти события «электромайданом», подразумевая под Майданом движение, направленное на свержение власти и организованное извне. Армянские СМИ не приняли это сравнение, подчеркивая стихийность протеста и последовательный отказ участников акции на проспекте Баграмяна от политических требований. Разные СМИ рассказывали эту историю по-разному, но так или иначе, чаще всего в сводках новостей тогда звучали два слова «нет грабежу». Именно эти слова вывели на улицу тысячи рассерженных горожан. Но сначала эти два слова объединили небольшую группу молодых людей. «Для меня все началось еще несколько лет назад, когда я понял, что, сидя дома, ничего изменить не могу. Тогда я решил выйти на улицу и бороться против подорожания транспорта. Тогда хотели повысить тарифы со 100 до 150 драмов. Тогда я боролся против 50 драмов. Но в конце концов ты понимаешь, что вопрос не в 50 драмах. Вопрос в том, что они принимают неверные решения. Для меня первопричиной были финансы. Лично я в состоянии платить такие деньги, но в Армении есть много людей, которым это не по карману. Я считаю, что должен им помочь. Для меня, если честно, все это началось 6 лет назад. Братья мои стали уезжать из страны, а я была против этого. С расколом нашей семьи я так и не смогла смириться. Мои братья живут сейчас в России, а я не могу себе представить, что сама должна оставить свою страну. С тех пор я дала себе обет, что все, что принадлежит моей стране, мне, я должна защитить. В протестном движении я еще с событий 1 марта 2008 года, еще со школьного возраста. 19 июня, в день митинга, когда должны были объявить о сидячей забастовке на площади Свободы, я ушел с работы по собственному желанию, чтобы иметь возможность полноценно участвовать в протесте. Честно говоря, инициативная группа «Нет грабежу» вначале не могла даже предположить, что столько людей пойдет за нами. У нас был опыт прошлогодний, когда, опять же, 23 июня была организована акция протеста перед зданием Кроу. Были избиения, столкновения с полицией, задержания. 1 августа собралось максимум 5000 человек. Исходя из этого опыта, мы предполагали, что, возможно, опять не удастся собрать большое количество людей. Но мы последовательно работали в течение года, объясняли людям, что они сами должны стать хозяевами своих же законов, которые созданы для них же. И эта работа дала совершенно другой результат. Если есть проблема, и ты пытаешься ее решить, твоя личность отодвигается на второй план. Люди, которые приходили, нас не знали, а мы не знали их. В основном они приходили ради решения проблемы. Здесь не было лидера, который бы повел народ за собой. К примеру, как началась сидячая забастовка? Мы спросили, объявляем о сидячей забастовке, проводим шествие или уходим домой. Люди все вместе прокричали «сидячая забастовка». С этого момента все, что произошло, было спонтанно. Потом, когда мы пришли на Баграмяна, встал вопрос, оставаться на Баграмяна или вернуться назад. Вопрос был поставлен на голосование. И подавляющее большинство решило остаться на Баграмяна. При голосовании люди поднимали руки, выкрикивали «Баграмян». Стало ясно, что народ хочет остаться здесь. И сидячая забастовка 22 числа началась по воле этих людей. Помощь от людей была постоянной. Были студенты, которые говорили, что не могут физически приходить и сидеть с нами, но все равно помогали. Был случай, когда принесли нам долму. Сказали, дома сварили долму, одну тарелку принесли вам. К примеру, в первый день, когда перекрыли проспект, полиция начала предъявлять претензии. Якобы мы нарушаем общественный порядок. В позднее время, когда люди спят, поем, шумим.
Буквально через 20-30 минут после заявления полиции жильцы соседних домов, когда услышали о претензиях, организовали сбор подписей под заявлением о том, что участники сидячей забастовки никоим образом им не мешают, и у них нет никаких жалоб. В кратчайшие сроки эти подписи были собраны. К началу многие приходили ради интереса, но были люди, сознательная часть людей, которые действительно, находясь рядом с нами, понимали, зачем пришли и ради чего. Они же объясняли другим, что пришли не для того, чтобы кто-то поблагодарил их за участие. Они объясняли, что люди сами должны встать на защиту своих прав, что эта страна принадлежит им, и они не должны ее покидать. Постепенно именно это становилось для людей мотивом. Они уже приходили не просто посмотреть, что мы делаем на проспекте Баграмяна, как тут люди поют и танцуют под национальные песни. Они уже приходили, чтобы участвовать в этом процессе, чтобы внести свой вклад. Они подходили, спрашивали дальше, что делаем, как действуем. То есть у них появилась заинтересованность. Изо дня в день число участников акции увеличивалось. 10 тысяч выросли до 20-25 тысяч. Нас стало так много, что хвост акции доходил до площади Франции. И это была не просто толпа людей, а уже вполне сознательные люди, которые понимали, ради чего вышли на улицу. Понимали, что это их страна, что они хозяева этой страны. Члены инициативы сменяли друг друга по ночам. Я в основном всегда был здесь. Мы даже спать не имели права, потому что на нас была возложена ответственность. Мы постоянно осматривали территорию, следили, чтобы не было провокаций, даже случайных, чтобы никто не принес с собой оружие, чтобы не было драк, постоянно контролировали ситуацию. В этом плане, я думаю, нам удалось достичь своей цели. Пока мы были здесь, все шло нормально. Лично я, начиная с 19 июня и до 28-29 июня, круглые сутки была здесь. Ночами не спали, постоянно контролировали ситуацию. Формировали группы из гражданских активистов, чтобы не было никаких провокаций, поскольку полицейские находились рядом с нами. Я сама вступала в диалог с полицией, особенно когда возникали юридические вопросы. Угроза конфликта исходила не столько со стороны полицейских, сколько со стороны провокаторов. Был случай, когда пришли люди, стали призывать на конфронтацию с полицейскими. Призывали бросать бутылки и камни в полицейских. Мы их окружили, не позволили им общаться с народом. Мы даже обратились в полицию, чтобы они сами их изолировали, чтобы потом не говорили, якобы это нами организовано. Мы всегда были на передовой, чтобы обеспечить безопасность. Среди полицейских были отдельные личности, которые понимали ситуацию. Когда нас забрали в полицию, с нами очень аккуратно они себя вели. Лично ко мне нормально отнеслись. Может быть, знали меня как члена координационной группы. Относительно других не могу сказать. А на улице полицейские были разные. Были те, которые занимались самодеятельностью, были такие, которые конкретно провоцировали ситуацию. Но были и такие, которые понимали, что борьба против подорожания электроэнергии — это борьба и ради их семьи тоже. Но если посмотреть глобально, то когда они говорят о толерантности, то это не их слова, а приказ сверху. Когда им приказывают действовать, задерживать активистов, избивать их, они это делают. Когда нет такого приказа, они не делают всего этого и заявляют о своей толерантности. Хотя на самом деле они просто выполняют приказ сверху. После того, как 27 июня президент Саргсян заявил, что всю нагрузку за повышение тарифов правительство Армении берет на себя, в протестном движении произошел раскол. Часть людей, в их числе и группа «Нет грабежу», решили вернуться на площадь Свободы. Остальные не захотели уходить с проспекта Баграмяна. Но большинство протестующих восприняли уступку президента как победу и покинули баррикады. Тех, кто остался на проспекте Баграмяна, полицейские силы растащили 6 июля. Однако уже в конце июля протестные акции возобновились.
Организаторы нового движения «Вставай, Армения!» выдвинули политические требования и призвали народ к гражданскому неповиновению. После заявления Сержа Саргсяна сложилась такая ситуация, что часть людей, в том числе и активистов, решили вернуться на площадь Свободы, а большинство решило остаться на проспекте Баграмяна. В эти дни, чтобы избежать хаоса, были предприняты попытки создания инициативных групп. Несколько групп так и не сформировались, но нам в результате удалось создать движение «Вставай, Армения». Это движение с более глубокими и широкими целями. В качестве своих целей мы заявили и восстановление конституционных прав, и возвращение власти народу. Это не выбранная законом власть, это люди, которые узурпировали власть. Это преступные элементы, они подчиняются только силе. Если они увидят, что начинает формироваться общественный протест, сила, они подчинятся. Пока движение «Вставай, Армения!» завоевывало доверие ереванцев в уличном противостоянии с неравными силами полиции, инициативная группа «Нет грабежу» пыталась добиться заявленных целей в правовом поле. Мы письменно обратились в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении тех полицейских в штатском, которые 23 июня применили силу, а также в отношении тех, кто отдал им подобный приказ. После нашего обращения, после шума в прессе, было возбуждено уголовное дело. Если нас не удовлетворят результаты расследования, мы вновь выйдем на проспект, перекроем любую улицу. Сейчас ситуация немного успокоилась, с движениями так бывает. Они имеют свои пассивные и активные периоды. Сейчас мы в пассивном периоде. Но недовольство у людей не исчезло, оно по сей день есть. Мы работаем с людьми, объясняем, что в глобальном смысле вопрос остался нерешенным. Социальные сети – основное средство информирования людей, но мы этим не ограничиваемся. Мы распространяем и расклеиваем листовки в городе. Часто с листовками поднимаемся в транспорт, раздаем людям, ведем беседы в автобусах, проводим публичные обсуждения. Таким образом, информируем людей, особенно старшего поколения. Не добившись удовлетворения выдвинутых требований в правовом поле, участники группы «Нет грабежу» снова вышли на улицу в самом начале сентября. Акции гражданского неповиновения и публичные обсуждения пока не собирают тысячи сторонников, но противостояние продолжается. Название нашей группы не против подорожания электроэнергии, а «Нет грабежу». То есть в любой сфере, если увидим грабеж, у нас будут доказательства, мы выйдем на улицу и расскажем людям, что их грабят. Только так можно положить этому конец. Следующая масштабная акция протеста запланирована на 11 сентября. В распространяемых листовках группа «Нет грабежу» не просто призывает людей выйти на улицу, но зовет их принять участие в шествии на проспект Баграмяна.